Всем привет, это СБ-1813, или просто Саймон, продолжаем реакции. Внезапно Эндрю, огромное ему спасибо, задонил на целую пачку. Да, напоминаю, уже немножечко отошли от этой темы, потому что пачки реакции, в основном на пачки, опять же, донит и так далее. Но у меня также есть еще такая типа подфункция в донатах, что вы можете задонить на целую пачку именно реактов. То есть я полноценно каждый реакт вот сделаю вот именно как ролик, а не как в пачке, да, подряд у нас это просто нарезка со стрима. Вот, собственно, Эндрю задонил мне именно на такую мини-пачку из 4 клипов. Естественно, Vacation там будет. Vacation достаточно интересная лично мне Vacation, потому что я вот эти две группы, которые мы сегодня будем смотреть, и их не особо много слушал и смотрел, хотя их знаю. Вот, тем не менее, вот, до 5 клипов вы также можете сделать каждый, вот опять же говорю, на каждый будет именно реакт полноценный и так далее. Ну, короче, все поняли, поехали. Сегодня у нас будет две группы, Кейн и Дедман. Про первую, с которой мы сегодня, собственно, начнем, Кейн, я знаю не очень много. Я, на самом деле, про нее знаю только то, что там играет гитарист из Линч. Вот, это все, что я про нее знаю. И что там еще какие-то... В дальнейшем, вроде как, несколько участников играли, собственно, в Дедмане. Вот, или я могу что-то попутать. Потому что вот именно за вот эту вот ногой-тусовочку, то есть не ту ногой-тусовочку, да, которую я больше, наверное, люблю из серии, вот опять же, всяких фантасмагорий, НЕК и так далее, вот эту метальную, да, а вот именно более такую своеобразную ногой-тусовочку, кстати, более трушную, можно, наверное, даже сказать, я не особо сильно шарю, хотя, возможно, бы хотелось. Сегодня, надеюсь, немножечко пошарим побольше. Вот, короче, начнем мы сегодня с группы Кейн и сразу с лайва их. С лайва, я понимаю, 2000 года, Nagoya The Bottom Line, как раз он называется. И вот этот трек называется In Ferris Wheel, или это называется Life, я не совсем понял. Вот, тем не менее. Короче, поехали посмотрим. Там качество. Ну, естественно, первая реакция на первой такой мини-пачке у нас уже по традиции с качеством похуже будет. Тем не менее, сейчас проникнемся ногойщиной нулевых. Вот настоящей ногойщиной нулевых, а опять же, не то, что было, например, в 7-х годах. Это все-таки немножко разные вещи. Короче, поехали посмотрим, послушаем. Надеюсь, забалдеем. Го. Да, качество прям по кайфу. Но это, кстати, даже не самое плохое, то есть оно типа плохое изначально было. То есть на видосе, то есть достаточно четко. Бля, какой костюм у него. Ну, кстати, насчет того, что я сказал, что тут будет не метальное, это и, ну, вполне себе метальное, потому что ногой он, в принципе, достаточно метальный. Просто он такой более авангардно-метальный, наверное. Ну, по крайней мере, то, что я услышал из Дедмана. Ну, прикольные, на самом деле, эти группы нулевых именно. Прям нулевых, которые на стыке были. То есть они еще и не отошли от 90, скажем. И уже надо что-то новое вкидывать в новый век, скажем. Поэтому это вообще очень забавно выглядит все. Но по звучанию это прям гей нулевых. Такой немножко без негатива сейчас скажу, но придурочный вот прям. Ну, прикольно, прикольно. Такие тоже немножечко темные вайбы тут есть, на самом деле, это все. Это, опять же, неудивительно. Костюм него прикалывает. Я даже не совсем понимаю до конца, что это такое. Ну, тут мелодия очень мрачная, вот в этом припеве, кстати. Вот это, как я понимаю, и есть гитарист, который в Линч потом дальше будет играть. Я не помню, как его... На R, по-моему, как его зовут.
Честно признаюсь, вокал мне не особо нравится. Это типичное блеяние из нулевых. Да, в идее. Я не фанат такого вокала вообще. Но у старых VK-групп очень много у кого такое было. У некоторых даже остается сейчас такое. С другой стороны, опять же, мы смотрим лайв. Лайв так-то как бы пофиг. Когда ты на лайве, ты все это не слышишь особо. Блин, а второй гитарист откуда? Кто это? Что, у меня... Знаете, кого сейчас вообще внезапно напоминает? Гитариста Неги, но мне кажется, я никуда. Просто у него гитара и внешка, в принципе, похожа. Но я могу сильно ошибаться, потому что я уверен за Кейн. Я знаю, что типа вот такая группа есть. Я у нее пару треков даже слушал, потому что когда узнал, что там гитарист Линч. Но я за нее не шарю. Бля, какие тяги. Ну, вообще прикольно в целом, так интересно. Итак, мы посмотрели лайв от группы Кейн на трек все-таки «And Ferris Wheel». Да, вот, собственно, мне Эндрю-то и написал, как правильно называется. Я, как обычно, сначала читаю, что вон там, а потом, что наверху. Короче, на фесте, вот, собственно, на, судя по всему, в Нагое, да, в нулевых. Ну, весь, наверное, шарм вот этих нулевых тут и был передан. Вот именно не тех нулевых, да, с мазафакой там вот это все, а именно нулевых в Викее, потому что... Когда мы говорим, что мы любим нулевые Викеи, мы, наверное, ну, по крайней мере, я вот про это говорю часто, мои друзья, да, кто вот с кем мы слушали, собственно, нашу любимую группу Викеи, когда мы это говорим, скорее всего, мы имеем все-таки немножечко другое. Мы имеем, наверное, все, что было после, скажем, 4-5 года, и вот промежуток с 5 по 10, вот, наверное, вот эти нулевые нам нравятся. Потому что вот такие нулевые, это совершенно другое. Вот, они как бы и в Нагое, и в Викеи в целом. Это прям вот, скажем, ну, опять же, без негатива, именно отростки именно 90-х все еще. И как будто бы группы не совсем понимали, куда им все-таки оставаться вот именно такими, как в 90-е, или что-то новое придумывать. И они-то все пробовали. Короче, ну, очень много было всего. То есть группы реально много пробовали. И как бы, ну, я только за, чтобы группы что-то новое пробовали. Но иногда непонятно, что это вообще. То есть вот сейчас я послушал, вроде с одной стороны было качево, с одной стороны было вроде даже, ну, типа, прикольно. Вот они прям и бошками мотали, и все дела. Короче, было прям по кайфу. А с другой стороны, тоже вот непонятно. Там гитары такие смазанные просто, вот как будто они сами не понимали, что они играют. Вот, то есть четкий был вот именно только ударник, наверное, и басист там плюс-минус. Остальные все очень смазанные, и как будто бы вот эта смазанность нулевых, она как бы, ну, в этом и есть весь прикол. Вот, но не скажу, что мне прям супер понравилось. Я говорю, я все-таки, наверное, в Викее немножечко не за это люблю. И люблю вот как раз в Викее, если нулевых, то чуть попозже. Опять же, вот с газетками, да, и вот это все пошло. Вот, ну, вы, наверное, знаете, если смотрите меня. Но в целом, что хочу сказать. В целом прикольно, в целом интересно. То есть необычненько. Мне очень понравился припев. Припев такой прям мрачненький. Ну, по Нагое. Ну, вот это Нагое. Да, вот такая Нагое есть. Я всегда об этом знал. Вот, и мы тоже, когда иногда разговариваем со знакомыми, друзьями, когда заходит речь о Нагое, все почему-то забывают, что Нагое – это как бы не вот этот весь металкор, да, вот, то есть это, да, это очень сильно привнесло, скажем, в этот поджанр Викеи, что когда все всякие Неги, Ансроу и так далее, и все, весь этот андеркод, когда появился, тогда, конечно, мощный буст такой нагойцам дали в том плане, что они стали все тяжелые, темные, вот это все. Ну и, собственно, те же самые Линчи, да. Вот, но по факту Нагое это не был, наверное, никогда вот именно прям таким супер тяжелым металлом. Он был всегда вот именно таким авангардным, непонятно каким-то металлом, наверное. Но именно интересным, с мрачным вайбом, вот, в принципе, как сейчас и было показано. Так что да. Вот, в целом, приобщиться, я думаю, самое то. Ну, короче, нормально, прикольно. Посмотрим, что дальше, потому что сегодня именно две группы. И вот дальше, я не знаю, там дальше будет лайф, не лайф. Но, опять же, глянем, что там еще окей. А тут, наверное, все. Спасибо всем, кто посмотрел реакцию. Если вам нравится, сами все знаете. И все, переходим к следующей реакции. Я пошел, пока.